И привет, хлопы! С вами преданный слуга Оресам и всех с наступающим Хэллоуином! Мне нужна доза в пару серий. Быть в ужастиках, комедиях, гареме. Вернуться в школу, снова влюбиться. Попасть в волшебный игровой мир. Я так устал, все время злиться. Почти забыл, как любил. Дайте мне аниме миллион серий, чтоб я до самой смерти не вылазил из постели. И в тетради смерти я б не написал ни слова, чтобы не видеть грусть, не видеть слезы снова. И я почти ослеп, а вижу боль, любовь и сиськи. И в конце сам стану аниме. 4 ноября. Дио по формированию извращенной силы. На 6 ноября запланирован фильм «Удар монстра. Люцифер. Рассвет отчаяния». 13. Рандеву с пулей. Кошмар или королева. Небесный Фафнир. Мертвый агрессор. По ту сторону 3. На этот же день. Все еще 13-го. В поисках учениц для ведьм. 15 ноября. Инкубационный дневник 2. Это будет она. Сериал с минутными сериями. Важные вещи Каору. Начнет свой выход 18-го. Кентай из Двухов, который начнет свой выход 20 ноября. История на горячем источнике. В этот же день. Останься со мной, Доремон. 2. Хентай бело-голубой. Выйдет 27 ноября. Связан с хентаем темно-синий. Все еще 27-й хентай ваншота. В этот же день. Грисая, призрачный курок. Звездочет. Ну, и последнее, тоже 27-го, за гранью моего мира. Это будет фильм. История начинается в Токийском районе Икебукуро и поведает о Мио и Арте, друзьях детства. Однако Мио воспринимает Арту немного иначе и испытывает к нему чувства, давно преодолевшие дружеские. Однажды между ними вспыхивает ссора, но Мио в конце концов решает помириться с другом, совсем не зная, что ждет их впереди. Из-за дождя девочка попадает в аварию и, к своему удивлению, просыпается в другом, совершенно незнакомом ей мире. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и всем пока!